Утро следующего дня мы запустили Боню познакомиться с котятами. Котята только что позавтракали, все живы. Даже вот этот малыш, вот этот вот малыш, и то оклемался ему получше. Он даже пытается играться. Тоже покушал. Боня. Боня просто в восторге. Боня, ну куда ж ты лапами-то сюда лезешь? Боня. У Бони точно такая же реакция, как на гномыша. Ну-ка, фу, Бонь. А, у нее текут слюни, помните, когда у нас был гномыш, она точно так же его обливала слюнями, и тут у нее тоже капают слюни, прям, хотя она не слюнявая. Еще очень радостная новость. Котята сходили в лоток и по маленькому, и по большому. Ну, по-моему, только вот этот малыш не сходил, но я его сажаю в лоток, он пытается там что-то лапами скрипсти, но он и покушал, и вчера, и сегодня мало. Но мне кажется, сегодня он чувствует себя гораздо лучше, он уже не плачет. Шерсть у них по-прежнему не очень такая приятная, я попозже их еще разок помою. Вот, видно, что котятам не хватает витаминов, а Боня от них без ума. Ай, 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 он маленький, не надо его, он еще слабенький, не надо его кусать. Кусается. Наглость, да, Бонь? Да что ты задираешься, грязный, поели морды мокрые. Вот наш котеночек, немножко сегодня ему получше. Ну что, мой малыш? Вот этот задира, ох, он задира, у него характер такой. А вот этот умница, он самый первый в туалет на лоток сходил. Что ты плачешь, что ты плачешь? Они уже меня знают. Мой хороший, хороший, мой хороший. Грелку я по-прежнему не выключаю, чтобы им тепло было. Боня! Бонь, ты пугаешь его. Не надо. А Пили обиделся и даже не подходит. Он их боится, шипит на них. Ладно, ребятки, все, мне пора бежать на работу. Бонечка, пойдем. Давай, выходим с комнаты и закрываем малышей. Только что пришла с работы. С работы шла и зашла в ветеринарную аптеку. Ой, Боня уже готова вся туда залезть. Бонь, ну все, перестань. Сейчас покажу, что я купила котятам. Боня, ну пожалуйста, ну Боня, ты прям вот давишь на них. Вот этот малыш, это который был слабенький котенок, мне сейчас кажется, что ему намного лучше стало. Я грелочку сделала потише, на единичку поставила. Ну, дно коробки теплое, но не такое вот. А на ночь, наверное, я все-таки опять сделаю побольше, чтобы они ночью не замерзли, потому что дома не жарко у нас. На улице холодно и дома прохладно. Вот такой вот бардак вокруг они устроили. Сейчас я буду здесь прибираться, мыть полы. Вот. И... Бонь, что ты плачешь? Котята ходят в туалет на лоток. Даже Рома сказал, вот этот вот дохлик, который самый слабый, он и то вышел из коробки и сходил в туалет на лоточек. В общем, умные котята. Бонь, ну что ты так вздыхаешь? На Рому смотрит, Рома ходит, он там смотрит на нее. От блох я их обработала, Боню с Пили тоже намазали, всех намазали, да, Бонь? Тебе тоже досталось? Бонечка, Рома там что-то ест? Слюну проглотила. Вкусно? Вкусно ест там Рома? Бонь, нравятся тебе котятки? Ой, нравятся, да? Нравятся котики такие. Боню сюда не пускают одну, а она очень хочет тут быть всегда. Вот я уже какой скажу, да? Что? Еще тебя снимать?
Что ты хочешь сказать? Ложись, спи. Глаза в кучу, а эти спят. Что? Про тебя рассказать? Что про тебя рассказать? Очень красивая ты. Вот такая жизнь у тебя тяжелая. Ну расскажи, расскажи. Вот так всю жизнь неплохо. Куча шиншилл, куча котов, да, дома? И только одна собака. Да ты мой маленький. Да господи, боже мой. У него что-то с глазами, что ли, Ром, да? Или он только глазки открыл недавно? Какие-то они у него странные. В ветеринарной аптеке я купила два вот таких препарата. Паразицид, это препарат от глистов. И вот такой вот мне посоветовали купить препарат Хеловице. Это витамины для кошек и котят. Когда я достала вот эту баночку, я вспомнила, что именно вот этими витаминами мы поставили одного котенка на ноги. Как-то мы нашли котенка, у него была страшная анемия, он был очень худой. И вот этими витаминками мы его быстренько вернули к жизни. Я помню, потом еще долго так стояла в холодильнике вот эта вот бутылочка. И вот я ее увидела и вспомнила. Это действительно хорошие витамины, они не дешевые, но правда, у нас котенок ожил на глазах. После того, как я проглистогоню котят, хочу им дать витамины. Буду капать в еду. Да и Пилька там свои витамины допивает. Если они останутся, вот эти витаминки, я ему тоже буду капать. Навели мы порядок возле коробки. У нас появился вот такой домик. Вот, нам его родственники отдали. У них кот почему-то не хочет в нем сидеть. А ты что там пристроился, дружок? Пристроился, спать захотел. Они только что покушали, котята. Один котенок вот тут укладывается спать. Вот этот, мы его зомбик зовем. Он, ну, который маленький. Он похож на зомби. Да? Ну, кушает он, молодец. Иди в коробочку, иди ложись спать, иди ложись. Нам кажется, что это все коты, котики. Мы с Ромой тут вот. Хотя у нас Пиля есть, но почему-то очень трудно нам было понять, кто из них кто. Но, по-моему, это все котики. Ну и, конечно же, Боня. Боня, господи, она готова вся туда залезть. Ей хочется веселья. Но она не обижает, не кусает. Доброе утро! У нас уже утро следующего дня. Я каждый раз боюсь сюда заходить утром. Мне кажется, тут такой разгром, а тут так все миленько. Все чистенько. Зомбик, иди сюда. Зомбику уже гораздо лучше. Кокуль вон целая куча в лоточке. Сейчас менять будем. Запаха от них абсолютно никакого нет, но они еще и маленькие котятки. Хотя маленькие котятки тоже, знаете, бывают. Запахом, ну, не гадят они нигде, это умнички, они такие благодарные. Мне кажется, сегодня они у нас третий день, и шерсть у них гораздо лучше выглядит. Вообще, они сами лучше выглядят. Вчера зомбик у нас еле-еле ходил, а сегодня вот он уже вот такой. Вот так уже уверенно ходит, все отъелся. Да, зомбик? Ой, да ты уже и на зомбика-то не похож. Ты уже красивый котик становишься. Сегодня у нас суббота. На следующей неделе я хочу выложить объявление, пофотографировать котяток и выложить уже объявление. Может быть, кто-то возьмет их. Хотя мы к ним так уже привыкли. Вообще, не знаю, мы уже их всех любим. Даже Вадим уже говорит, какого оставим себе. Ну, нет. Будем их всех пристраивать. Мои малышки, как вы тут? Как вы тут ночь провели? Рома загородил от них все углы. Вот и там коробками все загородил. Хочу снять видео, как приучить быстро котят к лотку, потому что этих котят нам удалось приучить к лотку буквально за один вечер. Сейчас у нас утреннее кормление. Котята поедят, и я им дам
лекарство от глистов, так как его дают с утренним приемом пищи. Очень важно правильно рассчитать дозу. Но я уже пили когда-то давала лекарства от глистов, поэтому думаю, что справлюсь. Чавкает. Что такое? Что за дира? Что за дира? Что такое? Что? Мне кажется, они уже нас полюбили, потому что мы только приходим, они сразу на руки бегут. Рома тут проводит и дни, и практически ночи. В этой комнате у нас никто не живет. У нас стоит компьютер, и Рома забросил даже свой PlayStation, постоянно играет только в компьютер, лишь бы быть рядом с ними. Он поздно ложится у нас спать, и вот он тут с ними возюкается. Что ты плачешь? Что плачешь? На ручки хочется тебе, на ручки. На ручки хочется. Ой, чего-то хочется вкусненького. Сейчас я вам попить дам обязательно, водички дам, и будем принимать лекарства. Вот такой вчера я им купила препарат. Хотела дать на ночь, а потом прочитала аннотацию, что дается он утром. Я вспомнила, да, что пили я точно давала утром, и за день у него практически все вышло. На следующий день, по-моему, еще немножко, а основное все нехорошее вышло в течение дня. Я купила препарат в виде суспензии, мне давали таблетки, но я не хочу с таблетками возиться, мне кажется, суспензии давать проще. Вот в шприц набираешь и даешь. 1 миллилитр этого препарата, ну вот до единички, это на килограмм животного дается, а нам, конечно, гораздо меньше. Я сейчас возьму весы, взвешу их и буду давать. Зомбик вообще сегодня прям живчик, я вообще в шоке. Они все-таки голодные были. Все, ребята, будем сейчас наводить у них порядок и пить лекарства. Он уже везде лазит. Вот и прошел еще один день. Сегодня я все-таки котятам дала лекарство от глистов. У зомбика лекарство сработало на 100%, а у двух других котят пока нет. Вечером мы ездили в магазин, и я для котят купила пеленки, потому что меняем два раза, минимум два раза в день, пеленку под лотком и пеленку под миской с едой, с водой. Вот такие пеленки купила. Потом купила еще средство от блох. Вот это самое лучшее средство. Называется 4 с хвостиком. От блох и клещей. От блох оно работает просто на 100%. Такие капли вот мы покупали, пили и Бонни. Как-то они нас выручили. Вот такой лоток в виде мышонка. Такого желто-зеленого цвета. Он двойной. Во-первых, тот лоток у нас такой страшненький. А во-вторых, я хочу поставить второй лоток с древесным наполнителем. А этот у нас с глиняным наполнителем. Потом еще взяла, ну, взяла вот эту когтеточку нашу любимую. С мятой, с кошачьей мятой. Видео про такую когтеточку есть на нашем канале. Вот, и я решила котятам такую же когтеточку взять. Но придется нам когтеточку как-то поставить, чтобы они точили когти вертикально. Если ее положить, я боюсь, что кто-нибудь из котят на нее насикает или что-нибудь, ну, еще и хуже сделает. Поэтому хотим ее как-нибудь закрепить вертикально. Вот, пожалуйста, сидит на горшке ребенок. И делает свои дела. Молодец, умница. И еще одна моя последняя покупка. Вот такую вот мисочку взяла милую. Она такая тяжелая-тяжелая, керамическая. Эту миску я взяла под воду. Они ее не перевернут, она очень устойчивая. Прямо ее тяжело перевернуть, даже вот на ушках здесь у нее, вот видите, основание у нее такое хорошее. Потому что вот та миска, она больше подходит, если туда положить еду, в то отделение и в это. А под воду все-таки я хочу отдельную такую мисочку. Так, ну все, ребята, вот малыш посикал.
Что там у тебя на носу? Сейчас мы поставим второй лоточек. А мы будем на этом с вами прощаться. До новых встреч на нашем канале. Всем пока!